Всем привет! С вами Севен. Сегодня я буду второй раз доказывать, что история с психом на канале Артем Граф Постанова. Идею для второй части мне дал один человек из комментариев, за что я ему очень благодарен. Он написал, что на канале Инкрис есть видео, в котором Артем засветил как раз ту руку и голову черта. Смотрим этот момент. Относись с уважением к ближнему, дабы получить то же самое. Несмотря на такое грубое поведение... Вот превью. А вот и сама рука. Вот и попался, дружок. Посмотрим на дату публикации видео на канале Инкрис и стрима на канале Артем Граф. Я думаю, что ни у кого сомнений не осталось, что эта история выдуманная, и в нее не стоит верить. Но это дело ваше, я лишь поделился с вами тем, что написали мне в комментариях, и то, что я пожелал нужным. А с вами был я, Севен. Всех обнял. До скорых встреч.